Под ритмы ингушской лезгинки юные джигиты и горянки открывают декаду родного языка. И пусть в силу неопытности детям трудно передать грациозность национального танца, их веселый нрав радует гостей. К декаде ингушского языка воспитанники детского сада в Алиюрте подготовили много красочных номеров. Из уст юного поколения звучат и стихи наших поэтов, выражающих любовь к родному слову. Язык – бесценная сокровищница любого народа. В родном слове отражены обычаи, традиции, правила этикета. До письма народную мудрость выражали через него. Это поговорки, пословицы, сказки, поучительные притчи. Одну из них рассказал и мудрый старец, заглянувший к детям. К декаде ингушского языка во всех образовательных и культурных учреждениях проходит множество тематических мероприятий. Ведь знакомство ребенка с языком и культурой родного края с детства способствует росту духовно богатой личности, уверены воспитатели. Такие мероприятия здесь проводят ежегодно. Труд оценили приглашенные гости, в их числе Курейш Гагиев, писатель и учитель ингушского языка. Отмечает, в последние годы родному слову уделяют большое внимание в образовательных учреждениях. Декада ингушского языка, несомненно, играет важную роль в возрождении лучших традиций духовной культуры нашего народа, а также является пропагандой развития изучения ингушского языка и литературы. Продлится она в республике до 25 февраля. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.